Если новогодние каникулы для рядовых орловчан – это период отдыха, трудовых будней, то для спасателей эти дни наиболее жаркие. В период с 5 по 9 января на территории области произошло 22 пожара. К сожалению, троих человек спасти не удалось. В целом же ситуацию МЧСники называют благоприятной. Карантинные мероприятия, связанные с африканской чумой свиней, еще не закончились. Также спасатели за минувшие праздничные дни 9 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, в которых без пострадавших не обошлось. По погодным условиям у нас развернут мобильный пункт обогрева на 386-м километре федеральной автодороги М2 Крым, где водители могут и пассажиры, соответственно, обогреться при необходимости. Вы уже видели, что погода была, да, до этого минусовые резко температуры наступили. Сейчас ожидается уже циклон, то есть усиление ветра, местами метель, выпадение осадков в виде снега. Поэтому на дорогах стоит всем автомобилистам быть очень осторожными.